Привет, меня зовут Рэй, это Warframe игра, и мы сегодня будем гулять по разрывам, короче. Пока что поскрываем на разрывы уровня лид, я думаю, потому что нужно получить форму. И так, тут наличие базы ствол, база якобы нет, да? Финальная база. Знаешь, что мне нравится, что типа я не помню, например, вот базу я освоил или нет. Давай посмотрим, просто наберем база. Чертеж база правим. А, у меня ничего нет. Плюс еще надо элементы питания Оракин. Дофига. Ясно, спасибо. В принципе, конечно, можно было просто все реликвии подряд открывать и не париться вообще. Учитывая, что так все быстро. Сипеда у меня нет. Портус есть, но Лекс, по-моему, правим нет. База правим есть. Ну давай, короче, вот все. Как только получаем все из этого круга, все есть. Тогда, короче, идем на следующую. Ну, то есть следующую реликвию убираем, в которой ничего нет. И таким вот образом выбираем пока что все. Пока все более-менее не вкачаем. Так, отлично. Чё, они как обычно все вперед ускакали, что ли? Да ладно, тебе это вот что-то даже урон наношу, или мне показалось? О, Рубеда. О, пошел левел. Доедем, едем дальше. А, ну да, смотри, я типа сам могу кого-то убивать. Так, дальше. Все уже открыто, просто убить надо их столько-то. А кто знает, в какую сторону вообще надо двигаться. Я не смогу запрыгнуть. А, нет, тут нельзя так просто пройти. Ясно. Ни один я такой хитрый хотел пройти туда. Да ну что ж за прикол с этими проходами? Ну и замечательненько. Подожди, доберитесь до выхода. Просто попутал. Ну и нормас. И быстренько, смотри, и Рубеда подняли, и Хару каркас. Ну, правда, зачем он мне? Эндер чуть кредитов, но правда. О, серповидная уже 5 уровня. Неплохо, неплохо. О, форма, отлично. А Карин в прайм у меня нет. И Пандера нет. Ну, давай, короче, Карин в прайм возьмем. Потому что у меня его нет. И под... Ну, короче, берем то, чего нет. Конечно, форма, да, нужна, но форма у меня будет выпадать еще кучу раз, скорее всего. Я так думаю, я надеюсь на это. Здесь слишком много контента, реально слишком. Просто потому что, типа, как-то, ну, даже я сказал бы, типа, непривычно, что контента сильно больше, ну, именно контента в плане именно предметов больше сильно, чем... Ну, то есть ты даже половину всего же этого не изучишь, проходя стандартные квесты, поэтому я не понимаю, зачем так много всего. Так, до свидания. Поехали дальше. Разрыв. Зачистка, первый. Да, у нас тут есть то, что не взято. Погнали. Вдвоем. Кайдзуми, Хиоми.
Именно у них такие прикольные. О, образование Рубена. Рубена надо копить. Нам надо еще пригодится. Перед. Дальше кто? Ты такой, как она перемещается так. Вот она привычка, то что ты, короче, начинаешь все контейнеры раскрывать. Куда нам дальше? Блин, тут куча контейнеров. Нельзя ж так просто мимо проходить. Ой, слишком высоко. Опять хару каркас. Блин, это, по-моему, самая быстрая миссия для получения различных этих. Просто, типа, во-первых, мало надо народу убить. А во-вторых, короче, получается, типа, то, что быстро очень проходит. Да ну, ты можешь в столб не врезаться? Там и что с того, что там фреймфайтер, кому он нужен? Отлично. А во, пандера тебе, да, давай пандера берем. Я пандера, по-моему, не брал. И Бёрстен Прайм, но он дороже. Берем, короче, основу того, чего у нас в принципе нет. Вот, по следующему, да, то есть мы берем либо основной чертеж, которого у нас в принципе нет, еще не роды, офигеть, тут не роды, можно быстрее находить было, чем я везде их находил. Я так еще кучу всего отправлю, просто получается, на создание. Другой момент, на слоты нужно будет. На слотов снова мало, надо было, короче, оставлять все на слоты. Но будем надеяться, как-нибудь на днях мне дадут скидку, я возьму себе платину, чтобы просто закинуть слоты оружия и фреймов. Так, окей, погнали дальше. Ну просто прям целый день зачистки, самый базовый. Я пока отсюда даже не уйду, у меня еще есть что, то, чего, типа, у меня нет. База есть, но базу я даже так не получу. Ищем отряд. И он не нашелся. Ожидание игроков-то начало уже. Или какой-то глюк произошел. Давай заново попробуем собрать. А, у меня последняя реликвия. Ну, в принципе, да. Тут просто, можно сказать, реликвия, мне кажется, быстрее закончится. Интересно. Ну, значит, тем лучше. Тем проще. Погнали. Да отмени ты застав... Ну пропусти ты ролик. Как это все ужасно. Опять они... Я смотрю, никто робота не собирает. Да-да-да, потому что они уже далеко ушли вперед. Надо брать, конечно, что-то на скорость бега. Ну это из-за того, что заставка вот эта тупая не пропустилась. Из-за этого. Аллилуйя, может, наконец-то мне опыт прилетит хоть какой-то. Вообще это выглядит просто как, знаешь, легкие пробежки после всех вот тех вот всего того, чего я творил. На самом деле спешно я
Ну, как говорится, век живи, век учись. То есть, если б я... Он превращается в такого маленького. Если б я, короче, это, заранее бы знал, что, типа, что можно вот так вот собирать рубеды, что гораздо полезнее технически, то, наверное, я, скорее всего, тут сюда бы и шел бы сразу. Он перекрасится в цвет этого, в цвет вульпофила. Что, у меня нету этого? Все будем медицировать одновременно. В ожидании просто отстающего игрока. Мисса Прайм, у меня его нет. Ну давай, раз золотой тут что. Сотку стоит. Ну по-моему, мисса же у меня сделана вообще. У меня наличие все кроме тебе, да, но тебе да еще выпадет, я чувствую. Короче, приоритеты меняются по ходу дела, да? Да. Ну, типа, мы берем либо золотое, либо основу, которой у нас нет, либо, соответственно, форм. Ну, либо части, если они серебряные. Ну, короче, смотрим по ценности дукатов и по ценности нашей личной. Наверное, как-то так. В смысле, в крайнем случае, можно продать. Наверное. Как минимум за дукаты. Так, и что, еще разочек? Погнали. В этот раз тут ни родов не было, удивительно. Так, у нас, по-моему, другая пошла. Реликвия, да. Теперь Аксоматия от наличия. Берст, нет, Куб смерти наличие. Атлас мы, по-моему, сделали. Ивара сделал. Ну, не вижу смысла. Даже форму не заметить. Так, Парисон есть. Берстон есть. Прейтон нету, нету. Нету. Фрома нету. Фрома нет. Потому что Фрома я сделал, по-моему, нет. Эквина сделана. Лык нету. Миса есть. Просто нужно сделать, я понял. Брайтона нету, Каримфа нет. Ну, в теории, вот эту, наверное. Тут и форма, и все остальное. Посмотрим. Хотя разницы нет. Они, видишь, берут с собой другие и выпадают, в том числе, может, я так понимаю, то, что и они берут. То есть, ну, короче, от каждого игрока по одной награде и с каким-то шансом выпадает одна из этих наград. Я так понимаю. Очень странно. Как обычно, это вся фигня сделана через одно место. То тут, по-моему, просто не роды чаще выпадают, чем в тех заданиях, где я был. Так, тихо-тихо-тихо. А, не туда, ладно. А куда дальше? А, видимо, сюда. Смешно, да, то, что они 7 уровня. Я как чувствовал, куда идти надо. Образование рубая, да. Все-таки образование я хотя бы буду пытаться замечать. Так, перекраситься надо в цвет. Блин, тетра прикольная. Я вообще все оружие по возможности оставил бы. Потом бы сделал какой-нибудь глоссариум. Чё, это с него и Старкер? А где они его словили? Удачно он появился, ничего не скажешь. Успеть бы такого убить. Your way.
все. А. Сигал меня убил. Нормально. А чей это теневой сталкер-то вообще? Ну, похоже, что и наш. Все, умер. Пурум-пум-пурум-пу-пу-пум. И на распрайм лекс. Прайм, по-моему, был. Форма, клыки. Давай клыки возьмем. Не знаю, не помню, что есть, что нет. Разве лекса не... Не помню, лекс был, не был. О, еще нероды. Здорово, слушай, тут прям куча неродов. Я так понимаю, что мы погуляем просто собирая для сбора неродов пока что. Банально, что подправят на постройку еще какое-то оружие. Как тилка у 30 ранг, ну или там около 20 плюс, следят за тем, сколько количество оружия у них там, типа, качано. Так, давай перекрасимся. Подождут. А, у меня такого цвета, да есть. Ну, в теории есть. Когда просто не успел. Ну ладно. Только единственное, что я же не выбрал эту реликвию, не? Или она же с той же полетела? Не понял я этого прикола. По-моему, я просто не выбрал реликвию, мне сейчас ничего не дадут. То есть, по сути, мы, в принципе, как некие вампиры выступаем, потому что мы крушим кучу народу только ради того, чтобы просто получить какие-то реагенты. Просто никто же не понял до конца, что такое бездна, я так понимаю, да? Ать. Образование Рубеда. Ничего рядом не было, ну ладно. Я, блин, буду угорать, если я ничего не получу, типа, зря потратили. А, не. Зефир есть, Атлас сделан. Ну, Брайтон Прайм, нам нечего выбирать тут. А, я ничего не могу. Отлично, я же говорю, спасибо. Просто потратил время. А мог бы взять Брайтон Прайм, приклад. Грасиас, просто огромный. Еще и Рубеда не получил. Только Вульпофил, ранг качнул. Вульпофил быстрее всех качается. Че, он там всех так убивает, что ли? Так, во-первых, сейчас надо выйти спать, потому что мне нужно по-любому это того сделать, того кого, того всего. Правильно. Мне нужно сделать до свидания отряду. Перекрасить фрейма. Так. Хорошо, что Пасха есть. Кстати, мне кажется, светловато эта фигня. Хотя она самая темная. Самая темная. Но он просто меньше будет выглядеть. Ладно, так.
И акценты, да, тоже придется сделать такими. Именно так. Замечательно. Теперь такая вот у нас странная Эмбер. Ну ладно. Так, разрывы. Еще остался этот разрыв, зачистка. 21 минут. Нормально, нормально. Так, а что у нас дальше есть? Эко у нас есть, Брейтон нету, Каринов, Мисс и Клыки. А здесь что? А, это то же самое. Куб смерти. У меня всего есть, кроме мозга. Даже на... Подожди, куб смерти весь у меня есть. Чего у меня нет? Нету мозга, да. Новые фреймы есть, форма, избавитель, даже даже клыки. А, клыки у меня есть. Надо, значит, тоже в наличии. Чего у нас нет? Бронка в наличии. Портус нет, Закти нет. Куб есть. Портус. О, патрона нету. Просто не помню. Нету, удивительно. Так, форма. Ну, Эмбер. На Эмбер гоняем. Глефа правим. Жнец. Погнали. Значит, у нас Г1 в данный момент. Надо запоминать вообще. Погнали, погнали, погнали. Бальтазар. Волф. Влад. 6, 5, 3, 4. Добро пожаловать. Кстати, быстрее перемещаться в подкате вот этой штуки. Надо сделать этот, кстати, как его? Оружка у этого чувачка. Чем мы туда пошли все? Чё-то как-то я типа отошел туда. А теперь получается, как будто вот это вот оружие, я забыл, как называется. Это через этого Лича Кувы, опять же. Нам придется походиться на Личей Кувы тоже знатно, потому что нам нужны будут эти. Как их? Эфемера нужна будет по-любому, оружие, все, Личей тоже нужно будет по-любому. Вот как ни крути просто. Замечательно. Потому что она воду убивает моментально. Удобно. Плюс еще то, что по типа... Как сказать? По этой. По направлению. Короче, цепляется она, как цепная молния получается на работу. Это очень удобно. Сказал бы, что крайне удобно. Ну и чё, что ты ожидаешь, а смысл? Ну да, все равно одного ждать. Поэтому чё б всё не собрать. Так, что? Зефир правим в наличии. Лекса, по-моему, нет. И клыки. Давай Лекс возьмем. Вроде как у меня его не было. Вроде как у меня его не было. Ну, по крайней мере, теперь точно все в наличии. Смотри, вот все, блин, будет в наличии. Что не возьми, постоянно будет все в наличии. Рубеда просто нереальными количествами приходит. Так, ну, плавно, конечно, все пытается качаться. Эмбер получила 5-й ранг.
Ну, скажем так, я типа рассчитывал несколько на больше, наверное. Так, окей. Значит. Сейчас мы тогда быстренько глянем, что можно отправить на... Так, готово к созданию. У нас нейродов. То, что связано с нейродами, по-любому должно. Болта. Не освоено нейроды. Лото. Лото, по-моему, не освоено. У меня вот в чем проблема. Гаргона. Кретина. Лезвие. Нет. Локи. В наличии. Интересная штука. Наличие. Освоен. Нова Прайм. Никс. Соберон. Парный басол не могу. Это не могу, потому что мутагенная масса. Тигрис, по идее, никак никому не мешает. Элемент питания Оракин. Вроде как не должен никому помешать. Эфирный жнец, потому что это Рубеда. Дэш каркас сделан. Фрост. Это Рубеда, давай. Тайрис. Или... Нет, Поку мы не можем. И остается только... Оберон у меня сделан, нового не в наличии. Но, кстати, можно отправить. Никс не в наличии. Вроде как можно отправить. Что, на все Никс хватает? Что случилось? Ну ладно, давай на Ганку. И Никс где-то. Не понял, обычно Никс у меня вообще была? Никс Прайм, понятно. Никс Система. Никс Нейроптика. Самого чертежа Никс, по-моему, нету. Или у меня уже создан Никс, и та, и та. Будет смешно, если я отправил просто создаваться куски, которые мне не нужны. А, обычно Никс есть. Косяк, это косяк, я просто так потратил ресы. Ну там не такие прям ресы были важны. Что ж, спасибо за просмотр, ставь лайк, пиши комментарий, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме и Телеграме, и, конечно же, следи за продолжением. Пока-пока!